Книга «Открытым оком». Вопрос 27. Тема «Обращение ко Христу». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Почему в этом месте баптисты под водой понимают Слово Божие, воду жизни? Здесь вода в прямом смысле, или так, как понимают баптисты? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если судить по последствиям того или другого толкования, то баптисты несравненно правильнее. Если понимать так, как понимают православные, тогда это выливается в то, что и видим, чисто механическое действие крещения детей и взрослых, и нет никакого рождения свыше. Церковь установила понимать воду в буквальном смысле, вкладывая в слово «дух» не только благодатное действие Духа Святого, но и верование от Слова Божия, чего сегодня у православных практически нигде и нет.